Во-первых, хотел поздравить всех с наступившим Новым годом, поблагодарить всех своих учителей от мала до велика, которые меня вели, кто стоял на коньки, кто вывел во взрослую жизнь. Родители, без которых, конечно, бы без семьи ничего бы не получилось, потому что очень огромное внимание моему воспитанию, именно хоккейному, уделяли родители. Они вообще имели отношение какое-то к хоккею? Ну, отец работал на стадионе, неплохо играл в футбол, в русский хоккей. Такого до профессионального уровня он, конечно, не дошел. Но все равно привил вот любовь к спорту. Вообще в детстве могли представить, что вся ваша жизнь будет связана, по сути, с одним клубом? Да, сложно сказать, но никогда не занимался такими вот, ну, не знаю, как меркантильными, не меркантильными вопросами, да, куда-то бегать, ездить, играть. Я вот чувствовал, что это мое родное. А правда ли, что многие хоккеисты любили и любят «Спартак» за то, что здесь есть какой-то дух свободы? Ну, можно и так выразиться, да, раскрепощенность, не знаю, там, отношения между людьми, вот сколько в Сокольниках прихожу, вот до сих пор, там, кто, неважно, там, вахтерша, кто ключи выдает, очень приятно находиться, очень добрые отношения со всеми. Володь, у вас было 700 матчей за «Спартак», есть какая-то игра, прям, которую вы не забудете никогда? Наверное, ЦСКА, когда отдал две передачи и выиграли там 6-5, по-моему, победили. Сложно, где-то начало 80-х, 84-х, 85-х. Ну и потом, конечно, молодежный чемпионат мира. Тоже очень такая весомая медаль. К сожалению, не удалось завоевать золото российского чемпионата. Я все-таки вас попрошу фамилию как одного тренера назвать, который оказал на вас наибольшее влияние. Это кто будет? Ну, наверное, тот, кто меня учил играть в хоккей, это мой первый тренер Михаил Федорович Иванов. В двух словах о нем. Ну, добрейшей души человек, возился с нами, столько потратил. Ну, как сейчас я понимаю, работая тренером, множество своих сил, нервов, все что угодно. Ну и последний вопрос, что для вас все-таки «Спартак», если в нескольких словах? Ну, «Спартак» — это вся моя жизнь. Я здесь провел, ну, как пришел, вот, с 10 лет.